Если вы не попали на первый концерт Славянского базара 2018 в Витебске, то смотрите наш сюжет, и вы узнаете, куда дел ясные дни Олег Газманов, почему Депардье не видел солнца 10 дней, и, кстати, связано ли это с Олегом Газмановым, а также какие песни Стаса Михайлова собираются петь зрители на концерте у Зары. Поехали! На какой концерт идем? На какой мы идем? Зара. Прочитали на билете? Да. Стойте, стойте. Какие песни Стаса Михайлова вы знаете? Я не знаю. Вы что, идете на концерт и не знаете песен этого исполнителя? Слышно, хорошо все. Поехали. Все для тебя. Для света и туманы. Будем петь их на концерте вместе сегодня? Да, конечно. Стас Михайлов, да? Сегодня Зара. Лёня, пошли отсюда, нечего здесь делать. Не тот концерт, вообще не тот. Говорят, кто-то Зара приезжает, еще что-то. Михайлов же сегодня. По-любому. Сегодня все. А как вы считаете, куда прячет ясные дни Олег Газманов? Без понятия, честно говоря. Я привез вам ясные дни, вы понимаете это или нет? Не знаю, где-то там на юге оставляет. А я ясные дни, пойдем, оставляй себе. Чем вы занимаетесь во время концерта? Ну, во время концерта обеспечиваю охрану общественного порядка. Скажите честно, подпеваете? Что еще раз? А нам говорили, что рупор дают только самым голосистым. Спасибо, мой дежурный. Я помню, как мы провели 10 дней вместе, sans jamais avoir vu le soleil. И я за эти 10 дней даже не видел солнца. По чьей вине? По чьей вине? Так, не сидели, ребята, больше жизни. Вина, Марина Владимир старался убрать бутылку. Владимир là-haut, il nous entend. Владимир где-то наверху и нас слышит. Самое классное чувство, которое ощущаешь за целый год. Фестиваля «Славянский базар» ждешь целый год просто. Просто все родственники спрашивают, когда ты поедешь. Мы видим Зару, мы уже на ее концерте третий раз. Вот, мы ее очень любим и ценим. Она самая классная певица у нас на российской эстраде. За новостями на портале городвитебск.бай.